Привет, друзья! Мы продолжаем проходить эту замечательную игру Mafia Definitive Edition. С вами King Game Fox, и мы продолжаем. Главный герой у нас Томми. Не привык я к Томми. Привык герою из второй мафии Вито Скалетто. Но мафия классная игра, как ни крути. Любая часть. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики, доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Ну, откуда ж мне было знать? Опа, нифига. Давай, покажи ему. Босс хочет тебя видеть. Спасибо. Зайдите к Сальери. Чё, файтинг? Давайте, мужики, покажите. А, всё. Так, как идти пешком? Похоже, вот так вот. Да, вот так вот. Хорошо. Так. Ну, пойдем. У Томми отличная одежонка. В бильярд никто не играет. Простите, опоздал. Садись. День сбора дани, парни. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Хорошо. Наверное, он хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20 назад. Ну, госпожа, удачи. Посмотрим, что он скажет. Может, даст мне новое оружие? Какое-нибудь. Гранатомет, например. Или огнемет. Да, я вот и я. Это и сразу же подумал о тебе. Это игрушка? Что-то мелковато. Когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Смотришься ты неплохо. А теперь давай. Не на меня, кретин. Легко, смотри и учись. Бабах, и мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Так че ты не сказал, что оно не это... Вот не, здесь открываешь и готово. Не подзаряжается, то есть не заряжено. Блин, издевается надо мной, а? Скотина. Пушкой светить нельзя, держи ее за поясом. Отлично, когда начнется пальба, ты это... Ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, я Винченцо. А для тебя я просто Винни. Хорошо, мужик, а скажешь. Всем приятного просмотра, друзья. Все дни вся семья была заодно. Потом Дон Пепон изогнулся. Так. Там что, я не могу зайти? Ладно. Пошли на улицу. На свежий воздух подышим. Хорошо. Ах. Пахнет бензином. Чувствую. Сдались ему эти тачки.
У него только в этой части города 5 гаражей. Он не так уж и не прав, Полли. Вы все это знаете не хуже меня. Морелло что-то делает, Сальери чем-то отвечает. Тут машины, там бухло. Сегодня затем я ни по чем не проиграю. А потом снова что-то происходит. Обычное дело. Вообще-то уже месяц прошел. Играют. Месяц прикольно. Всего 4 недели. Хорош ты. В кости. Классно. Так, ну чё, заберем тачулю у него? Вау, какая тачка у него. Ну, так-то неплохая, блестит. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. Давай, и... покажи класс. Учись. Опа. Да ты просто волшебник, Ральфи. Да. Дай-ка мне такую штучку. Ну-ка. Я тоже хочу попробовать. Давай, Томми. Так, покажи, удерживай, да? Умеешь. Угу. Так, удерживаешь, ага. И все, да? Зацепил. О, вот отлично. Надо. Красота. Удерживать F. Хорошего дня, парни. Давайте, мужики, поехали уже. Пойдем бухать. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен Стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Боже, да. Эх, очень жаль. Так, а где выход-то? Что, это ворота? Выезжайте по первому адресу. Угу. Я был с удовольствием, но... Дверь-то не открывают. Так, ладно, поедем назад. А, вот она, дорога. Ай, ужас. Ю-ху! Ура! Мы в городе. Классно. Покататься. На такой классике. Это круто. Погода шикарная. Так, что за нами коп, что ли? Твою мать. За нами копы. Так что, мужики, будем сильно не торопиться. Нам неприятности ни к чему. Извиняюсь. Это немножко приболел. Мы на месте. Все, приехали. Красота. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Фух, постараюсь. Че, заходим? Сэм, Полли, как дела? Классно. Как крошка будет? Классно тут. Она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Это... Какое-то письмо это из банка. Уважаемый мистер Перто Релли. Удаляем. Ага. Уведомление какое-то. Здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас... Том их возьмет.
А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты беспокоился. Какая вкусняшка тут, мужики. Давайте сегодня купим. Если денег не будет. Они в подсобке, Том. Хорошо, иду, иду. Магазинчик тут совсем даже неплохой. Булочки, торты, нам еще в несколько мест. Пончики. Здрасте, мадам. Что у вас тут есть? Сигаретные вкладыши. Понятно. Том, ты бабки заберешь или как? Инфами, фитуси, войчи сукьятель сангвы. Че ты орешь, а? Это мое. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи, все, нам, деньги у меня. Что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Станцию менять, по-моему, на цифру 4. Так, дальше по плану магазин старого Юджина. Китайская лавка на Таллоу. Он еще не помер? Того гляди и помрет. Вроде там рулит его племянник. Китайская? Вот мне бы хотелось... Но на самом деле старого владельца зовут Юджином. Он китаец. Но его имя звучит похоже на Юджин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку от прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог ее оттереть. Нифига себе. Ну ты даешь. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды из Чайна Таура понимали, это наш город, они. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться. Ну не знаю, с узкоглазыми дело-то иметь опасно. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Полли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть сделает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Да уж, порезвиться. Сейчас ему там, да, это, люлей надают. Юджина не до смеха. Если Поле завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Нифига вы. Жестко вы с ним. Да, у Поули бывает крыши сносит. Понятно. Все? Вот и он. Быстро управился. Молодец, мы разбогатели. Поехали.
пока нет копов, Том. Давай поехали. Мотель к Билл. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка крови испачкан опять. И как сильно? Ничего, вытрет, не развалится. Когда на ноги встанет. Да. Поезжайте. Пойдем с нами на дело еще раз, Том. У нас много историй о племянниках Китаёза, которые оттирают прилавки от собственных кровищ. Вы да. Полегче, вы, а они потом разозлятся на вас. Нетрудно? В смысле нетрудно? Если будет так их избивать. У вас как-то само все выходит, но я чем хуже. По-твоему, это любому по силам? Мы с Полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во все врубился? Я не говорил это, Сэм, я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Да ладно. По-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, да тебе пошел самое ты. Время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Классный вид. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще... Ну-ка, где это мы, интересно, по карте? Ничего себе, мы уехали. Понятно. Ничего себе. Все все ненавидят. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути, в Lost Heaven, останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его втридорога. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но босс и другим семьям разрешает им пользоваться. Даже Морелло? Да, для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Кто-нибудь уже начал тосковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Полли. Но он ничего не любит. Ни гулять, ни взаперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, а чё плохого? Поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий, и темно хоть глаз выколи. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Поле ненавидит. Что ж, рад помочь. На природе за свежий воздух. Ну что, мы на месте. Наконец-то. Так. Тихо. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Не курить. А Тому пофиг. Том. Ну. Томми, я ранен. Блин, Господа. Что ж такое-то? Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончится еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя ну к врачу. Ну вот, попали. Это подождет. Блин. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Черт. Так. Так, хорошо бы 10 по стелсу.
Чиски, классно. А, наверху мужик. Я понял. Ушел, скотина. С чего она взяла, что это мое? Откуда она вообще узнала? Вау, какой крокодил. Это отсылка к третьей мафии, что ли? Да твою мать, а! Ну чё ты, Том? Куда бежишь-то? Ты дурак. Хедшот, сука. Получил. Так, патроны. Как собирать? Так, где Сэм? Надо вытаскивать Сэма отсюда. Вау, как бы прикольно. Ух ты. Классно. Дробовик. Так. Ага. Ну, сука! А! Скотина. Сука, даже на, это, на мини-карту я не смотрел. Сдохни. Скотина. О, боеприпасы. Я взял. Отлично. Никого. Чисто. Он где-то внизу. О, это что? Кострелить ее? А, нет. Так, Паули, держись. Я сейчас спасу его. Не смей умирать. Так, что мы тут имеем? Комиксы. Хорошо. Так, ладно. Уходим на первый этаж. Да, я здесь. Отдыхай. Отлично. Здоровье. На полную. Ва, это что такое? Ковры? Интересно. Пошел ты! О, это какой? Роберто Гилотти какой-то. Интересно. Предвыборная листовка.
Принесем городу процветание. Да. Как же. Да ты, сука! Блять. В упор не вижу. Пиздец какой-то. Отдыхай. Next. Bitches. Bitches. Живой еще? Уже сдох. Сэм. Ох, и досталось тебе, дружище. Не, попали. Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. Опа. Ты кто такой? Нифига себе. Хорошо втащил. Далеко не уйдет. Сейчас я его поймаю. Не уйдет. Стой, сука. Блин. О. Отдыхай, скотина. Не уйдешь. Еще один. Черт, подкрепление. Твою мать. Нифига себе дорога. Да твою. Во. Вот сейчас нормальная дорога. Сейчас догоним ублюдка. Лишь бы больше подкрепления не было. Ох ты, сука! А, я чуть не облажался. Сдохни уже. Все. Ну чё, сволочь? Блин, еще грузовики тут ездят. Каково быть частью семьи? Ощутил цену такой жизни. Все, я его замочил. Тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Отлично. Поймали ублюдка. Не пыльная работа. Да уж. Интермедия? 38-й год уже? Обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери, и ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелла. Боксер, да? Да. Тот самый. Боксер. Интересно. Может, мы сейчас побоксируем? Тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе.
Укс. Да чтоб тебе! Урод! Спишь за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария, Господи, Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет. Нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Все бывает первый раз. Обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Да. И копы молчат. Офигеть. Охренеть можно. Вот что мафия творит, а. Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоу и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы? Томми не пьет алкоголь. Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Все ради денег. Честная игра. 32-й год. Два года спустя. Ничего себе. Спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки, да. Сейчас будем гонять. Точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник, парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забывают, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует, и верни назад. Без проблем, босс. Интересный план. Принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Отец отпустит тебя посмотреть гонку? Шутите? Такое чувство, будто бар целиком переедет на трибуны. Да, Луиджи всегда держит выпивку на готове, когда я выехал. Да, сейчас бы выпить. Так, ты что, это я читал? Нет, это вот как раз про гонки. Газета. 3 сентября 32 года. Вот. Гонка все ближе. Понятно. Все готовятся к гонкам. Ну, интересно. Прямо форсаж. Поглядите на это.
башке-то? Ты где был прошлой ночью? Я с тобой был. Ты иди, Том. Я разберусь с этим дурнем. Полли, он тебя домой отвез. Ах да, боже, ну и ночка была. Для тебя, может быть, но не для тех девок. Уже оправились. Молодцы какие. Ну, лошадки. Как ни в чем не бывало, да? И рано залезали. Окей. Том, тебе помочь? Нет, я просто заглянул. Я видел, как ты беседовал с Доном и получил задание. Он не сказал. Просто заглядывай. Томми, не зли меня. Ты знаешь, что надо делать. Том, у тебя есть поручение от Дона. Ладно, надо идти. Так, здесь что у нас? Эй, не слушай, выход, что черный ход. Те пташки пели... Так, а на второй этаж я могу? А что у нас на втором этаже? Опять лошади. Тут наш кабинет. Нифига себе. Вся семья. Ничего себе. Прикольно. Семья. Клево. Сигаретные вкладыши опять. Коллекцию. Потом посмотрим мою коллекцию. Может, в следующей серии. Еще немножко насобираю как раз. И в следующей серии посмотрим коллекцию. А здесь что у нас? Нифига. Какой-то склад. Вина. Всякие спиртные напитки. Клево. Неплохо, неплохо. Ладно, спускаемся. Бонасере, Том. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр. Это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть. Короче, угон. Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее, типа, подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись. Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик... мудак. Что, задание опять будет на время? Там, где ее никто не найдет, пригони ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Хорошо. У нас вот это, у нас гараж. Вот так-то неплохо тут. Осмотрелся, тут неплохо так-то. Опа, интересно. Ну-ка, как выбрать? За руль. Вправо. Надо мышкой. Такси. Вау. О, это на ней я уже катался. Так. Мне понравилась вот эта белая. Вот это. Вот это прикольная тачка. Погнали. Машины добавляются в гараж. Хорошо, спасибо. Тихо. Аккуратно. Новая машина. Вау. Классно, фары светят.
Так, это где у нас база находится? Ну-ка посмотрим по карте. Маленькая Италия. Понятно. Это у нас слева по карте. В маленькой Италии. Наша база. Вот это значит. Хорошо. Погнали. Угоним тачку. Что-то там они хотят с ней подкрутить в ней. Ну, мне дали задание, мне надо его выполнить. О, классно. Подсветка классная, нравится. Китайский стиль мне нравится. Эти лампочки красные. Ну, не лампочки, а фонари они называются. Чёрт, китайские фонарики. Так, ну-ка, радиостанцию я смогу сейчас поменять? Ну-ка. Чёрт, надеюсь, мне не прилетит из-за музыки. Авторские права. Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральф и мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Ну ладно, поехали, друг. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. И гонки. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. Ладно, не будем о грустном, мужик. Давай что-нибудь веселенькое расскажи. Приехали? Так, мы на месте. Давай, открывай уже. Вот эту тачку? Каразелла серии С, 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскурочивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее, постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30 до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Ну ладно, пожелай мне удачи. Надеюсь, с копами не встречусь. Вау. Клево. Мне нравится. Как она гоняет. Прикольно. Классно. Мне, вот мне бы такую тачку в гараж. О, чёрт! Блин, сейчас расхерачу. Тачку. Все, тихо. Едем аккуратно. Готовимся к гонкам. Как я буду на гонках это участвовать? Надо же там аккуратно вводить. Нифига себе скорость, я даже не успеваю. Офигеть. Классно. Вот это скорость. Так, сейчас лишь бы этот копов не потревожить. Не хотелось бы погоню тут. Да твою мать. С дороги. Я тороплюсь вообще-то. Не мешайте мне. Музыка, надеюсь, не очень громко. Копы. Да твою мать, я же... Я же медленно сделал. Иди в жопу, а. Да фиг вы меня догоните. Тихо, 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 тихо. Тихо, не надо меня искать. Идите домой.
Музыка, надеюсь, не сильно громко. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем в другой раз. Вот именно. А я про чё? Твою мать. Ладно, хоть машина еще моя не развалилась. От стольких столкновений. Блин, у меня минута. А, я уже почти приехал. Хорошо. Классно. Классно, классно, классно. Так, подожди, покуда мне? По той стороне. Окей. Классно. Отлично. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Быстро? Ну, давай. Ну, привет. Мастер-класс. Покажи. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка. С норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Ладно, буду поосторожней. Мужик только я починил. Нифига, здесь даже это есть, показывает. Нагрев мотора. Ничего себе. А-а-а. Интересно. А, это типа... Это он вот эту хуйню сделал, чтобы... Вот, тачка типа взорвалась. Может, я ошибаюсь, конечно. Что-то ее заносит, блин. Чему ее заносит? Блин. Из-за дождя? Потому что сыро на улице, наверное. Скорее всего. Так, тихо. Китайский квартальчик. Так, тихо. Стараюсь аккуратно, чтобы не попасть никакую в аварию, не дай бог. Тихо. Просто надо успеть мне, блин. Быстрее. Не остается особо. А, все, я уже приехал. Фух, слава богу. Ура! Миссия выполнена. Вот и моя тачка стоит на улице. Вернулся. Слава богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Понятно. Вот почему его... Это
заносило меня. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, их даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Вот дают, а. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелла крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, вот не черт. Повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Я так что? И думал. Фрэнк, ты что, я же... Гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелла проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Ну, я так и думал, что мы будем за рулем. Как иначе? Так, что, неужели гонка? Поприветствую нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специально за народный заезд примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимый болельщик Лос-Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Томми Анджело. Да, это мы. Погнали, твою мать. У Лихтенберга проблемы, что-то случилось с машиной. Лихтенберг выбывает, фаворит выбывает. Так, тихо, тихо, тихо. А вы серьезно? Засранец! С дороги! Да твою мать, с дороги, я сказал. Суки такие, а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так и думал. Да твою мать, заносит. Давай. Пропустите меня вперед, ублюдки. Пошли вон. Блин, 9-е место. Твою, нифига себе! Ты жив еще, Томми? Томми прямо счастливчик еще. Нифига себе! Блин, тут надо, наверное, тормозить еще время от времени. Притормаживает эту машину, вообще заносит. Нифига тут трасса, прикольно. Твою мать, мы проиграли. Они уже далеко от нас. Ах ты, сука. Давай, быстрее, Томми, жми. Да с дороги ты, придурок. Козлина. Черт, потревел, хреново едет. Блин, 5-е место. Давай, заворачивай.
приходится притормаживать, блин, чтобы он его не занесло опять нахуй. Твою мать. Дайте мне шанс, сволочи. Давай, давай, давай. С дороги! Ну, сука! Все, пиздец, теперь я точно уже не выиграю. Я так и думал, что с гонками опять мы помучаемся. Твою мать. А все, я уже не успею. Да не успею уже, не успею, отвали. Ладно, надо серию уже заканчивать тогда. На этом уже серию закончим тогда. Но я уже не выиграю. Если что, продолжим тогда в следующей серии уже. Эту гонку. Сам ты сукин сын. Я уже проиграл все равно. Вот тут вообще пиздец заносит. Тут надо тормозить. Все уже хули, я уже последний. Томми Анджело в самой жопе, короче. Ну, я же все-таки играю первый раз. Мои машины-то заносит. Будь здоров. Я точно уже выпадаю из этой борьбы. Черт, Макален уверенно лидирует, но преследователи его нагоняют. Вот сукин сын! Подвинь свою. Этот? Ничего себе. Все, приехали. Вы разбили гоночную машину. Ну, конечно. Ладно, друзья, на этом закончим эту серию. Продолжим в следующей. Всем спасибо. Всем пока. Скоро увидимся.